Приветствую всех зрителей и подписчиков моего канала. Меня зовут Владимир, как вы прекрасно знаете. И мы продолжаем проходить King's Bounty Воин Севера. Так, по войскам у нас все нормально. Вопрос, кому навалять. Где мы находимся? Где-то тут. Ага, понял. Так, немного сильнее. Можно попробовать раздать. Так, погнали сюда. О, как они прикольно поднимаются. Так. Используем стандартную вису против мертвецов. Блин, опять чума. Так. Ну, мы хряпнем вас. Вот такой штукой. Понял, а чё они задевают некромантов? Или как она атакует? Вот так. Нормально. Так. Зомбари, зомбари. Чем вас приложить? Ну ладно, давайте замедлим самые большие отряды. Подождем чуток. Тоже подождем. Так. Ну давай злую насмешку. Отлично. Тоже подождем. Подойдем чуток. И хряпнем их. Ух ты, как хорошо. И кто бы сказал, что зомбари медленно ходят. Видите, как быстро бегают гады? Мы сейчас им врежем. Отлично. Так, подойдем. Так, кому врезать? 3-6. Вот этим, наверное. 6-9, нормально. 14. Ничего так, ничего. Так, 51 штука. Так, а с руной? 16 сняли. Блин, похарил так. А и по своим вырезал. Чем некроманты, в принципе, неплохие пацаны, но вот это их способность бить по площади не всегда хорошо работает. Так, подлечимся. Так, уровень защиты. Плохо, 15 штук уложили. И по харе еще 10. Так. 3-6, 4-7, 4-7. Пожалуй, вот этих снимем. Ну, давай хвалебную песень заводи, скальп. Это он руны восстановил? Или что? Отрицание. Так, проклятие. Ну, отрицание, я так понял. Длительность всех эффектов уменьшается до 1. Так. Ну, давай сейчас хряпнем вот этих. Так, этих пацанов надо чуток пригреть. А чё вы обходите, пацаны? Может, золотишко лежит?
блин, опять поднял. Так, золотишко еще сюда надо положить. Пусть забирает. А то еще из-за. Вот я балда. Так. Замедлялку надо этого. Так, станем. На похари. Так, снимаем вот этих чуток. Скальды, ну подойдите сюда. Подождем их. Так, защиту. И вот так. Так. Руна удачи. Еще одного сняли. Это хорошо. Блин, отдал очки действия опять этому гаду. Ладно, скальд, забирай бабу. О, 3200. Пацан прилично так лупит. Но мы тоже не промахи. Помню, в принцессе в доспехах любил использовать тоже не команду. Они прикольные пацаны. Весело с ними можно провести время. Хорошо, похари врезал. Чтобы знали. Так, подойдем и сделаем вот такой прикол. Нормально. Скальд. Поработай чуток. Конечно, потери несем, но что сделаешь? Так, ну давай, берсерк. 21. Зомбарь слег сразу. Так. Думаю, надо снимать вот этих. Блин, опять очки действия отдал. Ух ты, как улетел. Так, зомбари. Взяли все и слегли. Так. Подлечимся. Ну давай, персерк. В квадрате. Неплохо. А вот так. Так, ремонтируем и злую насмешку. Отлично. То, что нужно. То, что доктор прописал. Ух ты ж. Ну давай наваляем. Берсерк в квадрате. Так, у нас легкие потери. Ну и опыта неплохо взяли. О, не нравится мне этот дар Кристы. Сто 60 240. Отдых два хода. Вот это осколки 320 550. Ну давай пока вот это лучше. Так, уходим отсюда, уходим. Так, я только заберу тут некоторые вещи свои.
20 лидерства. Тут кое-что можно выкопать. Замедление. Так, кристальчик. И яичко. Сделаем яичницу. Или омлет. Так, уходим, уходим. Тут там мишка. Так, выбираем воина. А, это Ярл. Пока не будем их выбирать. Выберем всех вот этих метателей топоров. Потом будем выбирать остальных. Так. Вот этих прачников. Так, скальдов надо еще набрать. Так. Все остальные есть. Я не знаю, может мне еще попробовать сразиться с хранителями предмета, который я нашел. Где это, где это, где это, где это? Вот этот. Давайте попробуем. Какая разница? Есть ярость. Так. Пробуем. А то прошлый раз там столько хранителей было, что... Так. Так, 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 так. Так, ну давай вот это, вот эту вису. Ух ты как. Гоблины рубали заклятие. Так, сейчас главное раздать вот этим двум. Тут вроде бы нельзя. Или можно применять ярость, я не помню. А медведям не отвечают? Не ответил. Что-то не помню. Не помню, как вот эти не атаковали. Так. Сколько у них жизней. Так, ну давай вот этих. Вот этих жириков жахнем. Да, конечно, подтормаживает нещадно игра. Так, у меня есть замедление. Давай, выпружишь. Вот так. Так, эти ребята. Конечно, не так зажали нас. Нехорошо. Ну, ладно. Попробуем пробиться. Ух ты ж, промах. Похари. Есть, попал. О, блин, сейчас наколдует. Это тормоза. Да, игрушка нещадно тормозит просто. Ничего не скажешь. Блин, добраться до этих времени. С такими тормозами 5 кадров в секунду, это вообще куда ни... нету слов, короче. Так, скальды, ну давайте злую насмешку над ними всеми. Блин, мишки еще сюда прибежали. Еще вас тут, блин, не хватало.
кидай. Мало-мало снимаем. Вон, пишки заснули. Блин, сейчас еще призвет. Эти призвут. Наверное, зря мы полезли. Нас тупо зажали. И не всегда отвечают почему-то вот этим жориком. Так, может добежать туда? А ну. Давай. Погнал быстро. Врезали разок. Сейчас, конечно, ответит. Блин, нету заклинаний по восстановлению. Так, ну давай попробуем так. Блин, промахи одни. Сколько можно? Так. Блин, с этими тормозами невозможно играть. Ладно, пожалуй, я прерву запись. И если выиграю, то покажу уже результат, так как слишком тормозит игра. Так, короче, мне благополучно раздали. Еще и тормоза эти. Я загрузился заново. Так, и будем тут, значит, воевать. Очень слабый. Мишка, куда ты? Иди сюда. Иди ко мне. Собака. Куда ты убегаешь? Так. Немного слабее. Ну ладно. Тут кто-то есть. Слабый. Завалим его. Куда ты убегаешь, Мишка? Иди сюда. Так, завалим их. О, благодаря навыку дипломатии, 3 волка пришли к нам. Так. Так, давай. Так, вольмем нас вот так. Неплохо. Так, чуть-чуть замедлим вас. Чтобы далеко не бежали. И заберем вот этот сундучок. Он мой. Блин, супер. Чары, конечно, в своем репертуаре. О, мишки заснули. Это хорошо. Так, ну ладно, сейчас вольнем их все. Так. Вот этих вольнем. Вот так. Поразвоевалось этих волков, блин, тут. Промах. Волчатина. На ужин. Вот так. Мишки ждут. Так. Вот этих снимем волков, чтобы не мешали. Так, мишку на коврик.
Подождем чуть-чуть. Так. Ну, давай, хвалебную песню. Отлично. Мишка, иди сюда. А чё ты стесняешься, Мишка? Мы тебя не обидим. Только чуть-чуть. Защиту. Еще разок их рубанем. Хорошо. Так, еще замедление на всякий случай. Подождем, ребят. Нужно подбежать. Дать по носу. Отлично, без потерь. Даже надо было не на запись мне делать. Ну ладно. Чуть-чуть втыканул. Бывает. Сюда! Собака! Так, атаковать. А, это... Это не присоединилось ко мне, а бежала наоборот. У них просто. Так, применим вот эту способность. Так. И хряпнем их вот так. Вам понравилось, ребята? Так. Пожалуй, вот этим замедление, а то он так далеко летает, что аж страшно. Блин, усыпил еще. Ну ладно. Так разберемся. Блин, эти сыпуны. Еще викинги называются. Кто они там? Викинги, да? Сыкуны, блин. Так, есть. Грифонов зарубали. Мечом по голове постукали себя. И все супер. Бля. Зараза. Сероглазы. Блин, я опять на запись со слабым противником в бой. Запись боя веду. Вот тоже молодец. Ну ладно уже, пусть будет. Что-то я втыкаюсь. Или... А ну ускорение. Добежим до этого козла. Куда ты убегаешь? Волки не на тех напали. Так, неплохо. Конечно, потерь можно было избежать. Так. Вот и место задания. Так, а тут спуск, как я вижу, да? Там кто-то ждет. Очень слабый. Хорошо, мы туда заглянем еще. Так. Это алхимик. Вы рывком открываете дверь и вваливаетесь прямиком в химическую лабораторию. Кругом расставлены колбы, реторты, пробирки, лежат странные инструменты и
разнообразные ингредиенты. В центре комнаты спиной к вам стоит сгорбившись старикашка в замызганном халате и белом тюрбане. Но он, в общем-то, в красном. Ну, бывает. И смешивает содержимое двух колбочек. Здравствуй, дедушка. Старик от неожиданности подпрыгивает и роняет колбочки на пол. Ай! Моя киноварная пилюля! Ты все испортил, юноша! Зачем ты без стука вошел? Тебя мама вежливости не учила. Теперь придется все заново делать. Я не хотел тебя пугать, дедушка. Меня зовут Олаф, я ищу алхимика по очень важному делу. Не подскажешь, где он? Так это я и есть, алхимик Морен. По чести сказать, алхимик в седьмом поколении. Еще мой пра-пра-пра-пра. Да ладно. Собственно, что у тебя за важное дело, здоровяк? Скажи-ка мне, алхимик Марек, нет ли у тебя какой смеси, чтобы огромные камни превратить в пыль? Камни в пыль? Не в воду, а в пыль, так? Кажется, есть. Он уходит в каморку. Ну, ждем. Хотя не, лучше осмотримся. Среди множества пузырьков и склянок с надписями «Яд» и «Осторожно, огнеопасно» вы нашли бутыль с приклеенной запиской «Зелья ярости», остатки с распродажи. Берите даром, кому нужно. Употреблять разогретым. Возможные побочные эффекты смотрели на обложке. Пожалуй, вам пригодится эта бутыль. Заберем. Через некоторое время алхимик вернулся явно разочарованным. Эх, прошу прощения, молодой человек. Мои запасы древесного угля и серы истощились, а огненные пауки еще не вырубились. Нет у меня ингредиентов для взрывного порошка. Что же делать? Мне позарез нужно разрушить один завал. О, мудрый мрак, неужели ничего нельзя придумать? Есть одна идея. Я тут занимаюсь интересными исследованиями. Они совершат прорыв в алхимии, и, возможно, мне даже дадут место при дворе в качестве королевского алхимика. Весь вопрос в том, чтобы объединить несоединяемые компоненты. Ну, думаю, тебе это не интересно. В общем, я исследую одну пещеру неподалеку. Только на этом острове и только в этой пещере я встретил могущественный ингредиент. Бамбовые грибы. Больше они не растут нигде во всей Эндории. Значит, тебе нужны какие-то грибочки? Не какие-то, а бамбовые, юноша. Именно что бамбовые. Они содержат столько скрытой огневой мощи, сколько тебе и не снилось. Ну да, съел один грибочек и столько мощи высвобождается. Да. Так. Прочие компоненты не... Я не могу чем-нибудь заменить. Я могу чем-нибудь заменить. Но главное в этом рецепте бамбовые грибы. Чтобы приготовить достаточно смеси, мне понадобятся абсолютно все грибы, растущие в этой пещере. Только будь осторожен. Там везде эти жуткие пауки на пару с мертвяками. Советую хорошо подготовиться перед походом за грибами. Хорошо, алхимик, я добуду тебе эти бамбовые грибы.
Так, хорошо. Так. Погляди-ка, алхимик, не можешь ли ты прочесть, что написано на этой табличке, показать рунческую табличку? Ну-ка, ну-ка, внимательно читает надписи. Немного похоже на алфавит Калимдага, но нет, никогда не видел таких рун. Спроси у кого-нибудь еще. Послушай, дедушка, а что ты знаешь о том, как был разрушен храм солнца на этом острове? Что? Опять эти гнусные слухи? Я не имею к этому никакого отношения. Я даже если бы я вдруг решил уничтожить храм, как бы я это сделал? Кроме того, жители солнца всегда были добры со мной и не брезговали обменяться некоторыми ингредиентами. Им нужны были глазные яблоки, совы пескухи для солнечного ритуала, а мне пепел руны солнца. Они часто сжигали их во время молитв. Так, а ну могу я взять твои настойки. Так, эти пацаны, знаю, шахтеры. Бригадиры, конечно, получше. Так, что это? Магический рецепт. Давай купим. Пусть будет. Так. Что за модуль настройки? Усиливает дроидов. Так, сапожки. Ну, давай это пока возьмем. И вот это возьмем. Так, о, алхимики. Прикольные пацаны, в принципе. Может, их и возьму. Так, что там в журнале у нас? Так, грибы собрать. Выяснить, что написано на рунической табличке. Так. Так, 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 так. Тут кто-то еще слабый ходил. А, нет, там не слабый ходил. Там немного слабее. О, тайник. Так. Там. Ну, вот пещерка вот эта. Я думаю. Так. Ну ладно. Пожалуй, тут я и завершу данную серию. Всем спасибо за просмотр. Можете оставлять свои комментарии. Если понравилось, можете ставить пальцы вверх. И до встречи в следующей серии. Всем пока!